Понятно. Все понятно. Переподключаемся. Мы-то стартанули уже. У меня что-то как-то... А, ну я понимаю. У меня загрузка. Нормально. Хотя бы так. О, все, да, идет, все, окей. Господи, блядь, типа прикол в том, что у меня загрузилось до 99, чтоб ты понимал, до 99. И дропнулось. Классика. Я только увидел 100, и у меня просто шах. Я за... Ну это же напиши то, что типа я сейчас зайду там, дропнулось на 100. Он заходит. Заходит. Легенда просто. Все. Обожаю 6%. Нужно 10. Давай, ты сможешь. Миньоны были призваны. Бля, как же было хорошо, когда кушка Ушака когда была... Когда не было всех чемпионов. Кушка Ушака скелилась от АП. Сейчас она не скелится, что ли? Нет, сейчас она только от АД скелится. У него АТП... АТП, да, только Ешка. А, подожди, что? Ну, Ешка и коробки, а кушка нет. А ульта, кстати, урон как наносится? От АП? АП. Ну, магический урон АП. Скелится от АП. То есть, по факту, Шака в АД будет чуть лучше, чем АП. Чуть сильнее, скорее. Да, потому что у него есть 4 способности, а не 3. No. Все, у меня 10. Я зашел. А я еще, блядь, ТП! Ну ладно, че, пешочком, да? Я с Игнайтом пошел. Запарил этот Ксерокс. Ксерокс. Ксерокопию чисто такой сделал, бом-бом-бом. Ну. Чел уже второго левела, и я только первого. Ну, это нормально. Это база. База. Давай. Стан. Ой. Кривой же я. А как? Я же, блядь, ударил его. Что за сейчас, блядь, что... Не ударил ты никого. Какая-то, блядь, нездоровая хуйня сейчас произошла. Ты врёшь. Ты врёшь. Ударил типа, а он урон не да получил. Ты врёшь, всё, чё ты? Всё, я пошёл. Серк всё виноват. Давай, мне нужен третий пацан. Давай, убей этих крипов, убей их. Ещё одного. Ещё одного. Всё, лучший. Помоги эту листику. Опа, да, я вижу. Да я ж добивал его. Че есть? Хорош. Что ж смог сделать, парни? Это маленький небольшой чистый дэмэдж. Ох ты, саппорт! Мне саппорта не дали! Мне саппорта не дали. Суппорта не дали. Суппорта. Закрепал, блин, хорошую пушку. Ты не отдаешь ник, ты отдаешь. Ха-ха. Извиняюсь. Вырвалось. Пизда мне. Да-да. Я что-то проебался. Ой, я тоже походу. Или нет? Не-не, бэкайтесь, ребята. Это плохая идея.
Забьет. Талки. Так, Орн, стой. Будь осторожен. Ай, хорошо, интрига. Хорошо. Да, он хорош. То слово. Мне бы шестое, я его убиваю вообще, или на изи. Йона вообще разносит Орна. Я помню, стоял, это было адово сложно сеть. Серьезно, я ульты не попал. У нее там 2 хп осталось. Я думал скачок нажать, но что-то. Нормально. Дракон. Нам только снится, блять. У меня Адекерри вроде с головой, не долбоёб. Повезло. Ну, если честно, вот 80% всех Адекерри, которые, блядь, мне попадаются, это такое, блядь. Такое чучело. Ну, это Севир. Севир хороша. Ой, извиняюсь. Чё ещё раз? Я говорю, Севир хорошая. Да, но некоторые ее обсирают, потому что ничего персонаж не может делать. Да ладно, вообще плевать, может она или не может. Главное, что не умирает. Что умеет. А, блядь, задоджена нахуй. Соло. Ой, не задоджено, ой, не задоджено. Давай, давай, пацан, давай. Ай, блядь, убей её нахуй! Я думал, она её убьёт! Это просто волшебство, блядь. У меня сейчас волшебство было. Еле-еле убил челика на Орне. Переиграл чуть ли меня. Блин, супер. Да там так все волшебно, так прекрасно было. Такие две коробки, так все, блядь, такой эфир. Нет, надо было, блядь, бежим, мне бежим, бежим, понадеяться. Бежим. Надо было отдавать игнайт просто, вот и все. Я долбоеб. Надо было изнуры дать и игнать, чтобы они понимали, что это опасно. Все, блядь. Это сейчас, да, дал все. Во-во-во, вот так и надо делать. А то прям как не родной. Ты Шака, такой персонаж, который бесит все. Ты должен просто по КД сдавать игнайт. Или изнурство. Чтобы наверняка, знаешь. Обменялись, блядь, ферами. Ёбаный насос. Окей, блядь. И, бля, лесом нахуй. Жестарина. Хорошо, хорошо. Такое волшебство. Ой, неплохо это уже.
Он, правда, больше меня сейчас фармит. Да я... Блин, я умер. Задоджено. Соло. Я считаю. Опа-опа. Ну, сори, чел, я там бессилен. Пока что. Где, где? Что случилось? Да, и я здесь это... Ну, ну чё, гений, я считаю. Да, Виега. Я так и знал, что... Ой, у него ульта есть. Он сейчас задоджит. Давай, брат! Мужчина моей мечты! Какой красавчик. Да, ну серьезно. Сейчас уже Орн придет. Ну, у тебя Сибирь хорошая. Это. Угу. Я вроде бэкнулся, а такой смотрю, пластина падает. Ну, не смотри. Да, да, Сибирь хорошая, я ничего не говорю. Она молодец. Дракон скоро? Мой молодец. Надо. Но мы сначала личинок заберем. Вот Вега уже занят этим. Я пока накоплю себе баблишко. Ну, в целом, наверное. Смотри, какой личинок да. будет забирать. Yes or no. Почему он не пушит? Мне из-за этого скучно. Но не пушит линию. А там этот Трандл. Тоже там наверху. Поэтому. Ну где-то так, да. Нам надо. Он не пушит. Ну 76 фарма, мне кажется, это, ну, это позор. Нет. Орн у ХП остался бомба. Так, пацаны, вы шо? Где ставлю таврхи случайно? Я ошибся сейчас. Максимально тупо. А, какое волшебство! Мэджик. Противник убит. Пау. Ничего страшного. Все. Моя ФБ. Да, моя. Сюда, баблишка. Забрал я ваши ФБ, парни. Игру Йона вообще убивать Корна из-за его чистого. Ай, все, отошла. Жаль. Ну, кстати, мои 5 голды. Клинок ярости Гинса взять просто на Йона. Просто биться. Хорошо, одно. Мне нечего купить. Я сейчас только АД, оказывается, потерял. Ну чё, такими способами ты себе ничего не купишь. Я тебя убивать буду. Он танцует. Они поймут, наверное, как ты разочек долбанешь. Не?
что это клон. Как они по тебе, точнее, вот. О, идет еще раз, смотри. По велению судьбы. Пробует. Что демеджа? Ладно, я тебя просто так побью. А, бежим. Я умер. Смерть падшим. Ну, блядь, замедло ебаное. Опугали его. Победа. Я победил его. Переиграл, уничтожил. Пам-пам-пам. Костолом на Трампла? Что? Ну, он такой, да. Бедный мужчина лежит кувалдой. О, я только пинганул. А вот, с помощью солнца, вот и лучик. Блин, порталом себе взять. Клинок падшего. И пойти просто пушить. Бом-бом-бом. Так и надо. Так игры-то и ну, выигрываются. Только так. Так и корейцы играют. И не корейцы. Короче, все так играют, кроме тебя. Поэтому ты проигрываешь свои ПТС. Точнее, ЛПшки. Так ПТС или ЛПшки? Хочешь, у тебя будет ЛПшки. И ПТС тоже. Ты все проигрываешь, ты просто проигрываешь. Чё, брат? Я говорю, это все. Это они должны были сурить в самом начале. Видишь, Йона за Орном можешь сурить. Это проигрыш автоматом. Но это не выигрывается просто так. Я умер. Блин. Ну, был бы у меня аппаризит. Но я дурак, поэтому. Я без аппаризита. Ну, сори, парни, отдал киллстрик 3-4-850 голды, но убил Сену с Орном. Ну, ничего страшного, но я не знаю. Орну-то. Сейчас прикинь, какую-нибудь ИСУ еще бы там, чтобы он... убить. Хорошо влетел, брат. Мне понравилось, как он влетел. Можно еще раз так же? Ну, это да, он хорошо влетел. Парни, успокойтесь, что вы делаете? Не знаю, я уже просто так пошел туда. Запутались, бедняги. Это знаешь? А что ты тут запутался? Ты же просто прыгнул, тебе вообще было. Не, я-то понятно, я там просто умер, да. Я там просто ради приличия, да? Не, ну да, все туда пошли, я такой, ну а хули нет? Коробочка. Не, ну умереть за башню это надо, но не убить башню это, конечно, тоже надо уметь. Да ладно тебе. Это талант. Тут уже, понимаешь? Ну не знаю, мне талант. Кажется, Севирка довольно хорошо пошла вперед, и Виего тоже, мы его несколько раз поддерживали, он уже все 12-1. За ручку, поэтому сейчас мы его без ручки держали, он умер. Не, ну сейчас-то он просто заломился, я такой думаю, ну ладно, что, пацан, ну, умирать что ли просто так? Ой,
Ошибся, парни. Ну, бывает, ну, бывает, ну, не нападайте. Я бегу, 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 бегу. Я умер. Или нет? Да, я умер. Три ультимейта. Воу, воу, воу. Третий ультимейт прилетел, кстати. Убивать? Убивать меня из-за этого? А, это тактика у них такая. Убивать сначала меня? Hey, just for you. Давай, давай, убивай его. Ну что ты так как не родной? Ну боже, ну подошел бы впритык ему, дал там леща. Из-за этого вот видишь, у нас пир умер. Вот это зря. Че зря? Нормально общаемся тут с пацанами. Ходим на вардах. Хей, ты сюда подойди. И там, знаешь, у тебя 50 шкатулок таких стоят. Ну давай, давай, подойди ко мне, если сможешь. Ты приходи один, мы тоже одни придем. Ну да. Опа. Типа такого, знаешь. Давай, 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 еще, еще немножечко. Дыдыщ. Так, там к вам этот еще. Страшный человек. Вас много, тоже много. Оп-оп-оп, запутался, пацан, флеши отдал. Все, все, пацаны. На этом пацаны закончили. Больше не хотят к нам идти. Дин-дин-дин-дин. Не, я бы мог, конечно, всех убить там в двоих хотя бы, да? Но из-за того, что у меня нет было предмета, я их не убью. Все ясно. Купил клинок, пошел, проиграл. Не купил клинок, пошел, проиграл. Так что делать? Правильно, покупать. Вот это что сделать в этот. Не, а ты хотя бы уйдешь? А то что-то это. Тебя сейвить. А чё, меня не надо? У меня кушка была без КД. В смысле, мне там не сложно было выжить. Хорош. Дайте мне куртку, у нас так. Молодые пользователи. Данного контента. Я думаю, это ты взорвался. Чё, просто спалился. Я бежал с это. Ну, типа, я ждал руты ее, чтобы она в Лиссандру не попала или в тебя. Я просто между вами встал. Спасибо. Я попал по итогу в тебя, мы останемся втроем. Почему клон взорвался? Гений, гений. В смысле, вы же, блядь, не получили, никто из вас не получил рутаж, то ты вот... Блять, что вот, блять, за ебаный насос? Нормально же общались, насос? Да? А при чем тут насос? Это... При вот... чем тут насос? Какой насос? Ну это когда тебе становится больше, чем 30 лет, ты начинаешь ругаться вот так. Это не я, это чисто какая-то. Ты начинаешь вот эти разные такие старые слова говорить там. Ну понимаешь, насколько ты старым стал. Не, ну ты можешь, конечно, так говорить, но это будет звучать так. Ну да, ради бога, так я же не против, чтобы оно так звучало. Блять, что-то мы не заканчиваем, это, знаешь, это по... тяжело. По сусекам поскребем. Бед. Вот что ты так сразу. Пацаны, коробка! Смотрите, фокус хотите, покажу. Та-дам! И просто исчезает чел с коробкой. А, нет, по мне попали. Как больно. Страдова, в тебя верю, ты сможешь забрать эту карету. Там нам этот пушит Орн. Ничего страшного. Орн, ты сможешь, давай. Ай. Карету только не кради. Карету не крадем. Все, имущество страны.
Бля. Я пофармлю так, парня. Вы же не против? Получил бонус. О да. Убил. Братишку. Я бы, короче, у меня братолом, я иду по топу и все сношу. А я тут остался. Давайте под лаквом. Давай. Нормально же общались, что ты начал? Мне нужны криты. 88. Я знаю, что я себе соберу. Давай так. Как думаешь, что я себе соберу? Это нестандартно будет, наверное. Давай так. А чё ты хочешь собрать? Смотри, крит на крит. Что-то на крит. Очень интересная вещь. Сборщик долгов. Нифига себе. Ты читаешь мысли? Или это просто... Нет, это плащик. Ну, а, типа, помимо того, что там есть плащик, там есть глашатай, арбалет бессмертия, грань бесконечности. То есть ты единственное, что вспомнил, это, ну, сборщик долгов? Блядь, никто же нет, никто там же есть похититель сущности. Подожди. Я просто в целом охуенный, поэтому, ну, типа, я угадал. Я просто умею читать мысли. Просто потому что... Ну давай, хоть кто-нибудь влетит вот сюда, в это поле, блядь, или нет. Стой, подожди. О, смотри. Наверное, вот это. Ты видишь? Посмотри на его броню. 220. Он танчит, как я. Смотри. Вообще все затанчит. Смотри, еще карета идет. Я сейчас просто в тану не буду. Парни. Вы же понимаете, что вы это сейчас не... Вы это проиграете. Кто сказал? Я про этих, про врагов. Боже. Не успел, ладно. Зато убил. Где мой сборщик родной? Не, надо им показывать то, что я собираюсь, и не сборщик. Самое главное. А почему мы проигрываем? У меня вопрос. Мы проигрываем, не знаю, уже минут 5 здесь на меду стоит. Я смотрел сюда наверх. Смотрел, ну не сюда, вот сюда смотрел такой. И ты говоришь, почему проигрываю? Я говорю, я не знаю, мы не проигрываем. Хуяк. Ты в это время тебя просто... Да. Аннигиляция сверху произошла. Это было прикольно. Так, чё купить? 120 АП? 517 АП? А можно мне так же? Я себе вот сборщик прокачаю там, да? Прокачаю себе там это, вот этот вот предмет. Чё там происходит, что? Блядь? Надо убить этот... Я говорю, что-то мы как-то начинаем проигрывать. Давай-ка не будем проигрывать. Надо ингибитор, да, там добить и все. Я иду за ним. Хотя я иду за синим бафом. У меня... Ой, как нужно. О, идем сюда. У меня 9 секунд КД на коробочку. Я сейчас коробочки мои все засру. Я сейчас засру все. И заберем спокойненько, да. Сейчас отчекну вот своим вот этим челиком. О, убивайте этого дракона. Ксерата. Что, не убили Ксерата? Ужас. А, нет, убили, ладно. Убили. Я пошутил. Все в порядке. Могли бы на дракона пойти вообще. А зачем нам эти драконы? Мы не знаем, где эти. Потому что там душа. Ой, да нахуй эти души, бля, вообще не паришься. Вот он, легенда. На сплитпуше. Ломай лицо. Я ломаю лицо. Ебать, у них урона, пацаны, вы чё, ребята? Ебать, она флеш отдала, чтобы добить меня, блядь, что? Это нормально. Бля, стой, мне интересно, вот что? Смотри, хочешь покажу фокус? Смотри. Давай, видишь, давай. Вот этих штук, да? Смотри на их ХП, смотри на их армор. Готов? Ну.
Гигачады, смотри, какие. Нормально. Ты видишь, они под бафом барона, под бафом этого. Мне интересно, что сейчас с ними базой будет просто. Задефу. Мне нужно 300 голды. Новую мощь обретают. Что за мужчины? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Даже если я сдохну, я хоть посмотри, как они это дефать будут. Дефай. Урона нету, брат. Урона нету. Нельзя урона, кстати, тоже нет. Ой, больно! Да, это ты сена. Сена. Стой, 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 под бафом барона. Под этим. Чел, дефай. У меня там и баф барон. Ой, чел. Чё-то как-то это... Я умер. Ой, как тебе нет. Больно было, да. Дефайте. Дефайте. Чи. Нет, ты видел, как они просто машины смерти? Хорошо, что порталом теперь...